Подвинуть. Ну, Михайлович, я не могу. Викинь тут. Гитару викинь. Ну, куда я выкидываю? В окно. Нефиг тут. Так, а вон я Виталий инструмент нашел хороший. Старый, мастеровой. О, господи. Шо сразу? Эй. Так, Вить. Леха Блотник. К пустой голове рука не прикладывает. Хорошо, ладно, будем ездить. Это жутко. Сигареты в руках, чай на столе.
Ну ты реально, ну... Миша, все хуйня, давай по новой, блин. Это наш певец. Скажите, пожалуйста, несколько слов по поводу... Ваш певец. По поводу Цоевщины, в общем. Собрались мы сегодня. Сегодня у нас какое, кстати, там уже число-то? 11 августа. 11 августа. 2016 год. 2016 год. Ай... Осталось совсем немного времени, до 20 числа, собственно, до концерта. Учитывая, что с понедельника иду на работу, порепать больше не получается. Получается четверг, пятница, суббота, дай бог, воскресенье. Порепетировать. Сегодня первый раз собрались вот, в старом любимом ДК у Михалыча. И пока, честно говоря, ужас. И звук ужас. И, собственно, ну, собственно, не на концерте, репетиция так и должна быть. Единственное, я пою себя плохо сейчас. Как-то слышу, из общей концепции все опять же вылетает. Вот. Времени у нас до 6 еще, наверное, часика полтора порепетируем. Но я думаю, сегодня мы значительных результатов не добьемся. Ну, будет весело. Приходите на концерт. Еще раз. Приходите на концерт, вот басист наш. А вот басист. Да хватит снимать, блин. Что ладно. Снимать? Да я терпеть не могу. Ой, ладно. Ткач берем. Ткач? Тацоевщину делаем. А, речка. Ага. Лажа редкая. Масата, ладно. Ага, так что приходи. Да там же, где обычно. Ниже Спартака там чуть-чуть это. Побежал. За ним. А, ты ему денег дал? Да, так. Сейчас. Нет, ой, я шел. Мне кажется, что это мой сын.
Ну что, господа, итоги подведем. Жопа кругом. Ну что ты не кричишь, хватит, снимала. Ящер. Я лицо сделал. Да, все понятно. Ну, блин. Я сделал мир. Итоги подведем первой репетиции. Что, солят на спокойной ночи действительно сложные. Не ожидал от тебя, не ожидал. Вот это очки. Вот это очки. А вот это очко. Да, короче, господа. Ты хотел найти что-то общее? Лошьё мы, блин. О. Да ну да, мы так собрались и поняли вчера, какие мы, блин, ничтожные. Я вас давно уже всех не видел, еще вместе. 3 года. По отдельности кого-то, может, где-то видел. Вовок не хватает, полезного не хватает, Трембыча не хватает. Кривой без со всех сторон. Все поразъезжались, блин. Ну и правда. Это ваши дети? Вот, пришли мы к Славе, к дяде Славе, на точку. Что за наркотой? Но у нас здесь получилось, что переходника. Да ты сильно близко. Не нашлось переходника. Сейчас Петро придет. Петро принесет переходник. Как грянем. Сравним звук, я думаю, здесь должен я быть на порядок. Я тоже хочу выше. Попеть. Кто тебе запрещает? Пой. Ты. Дома пой. Нафига мне дома? Ну, носовки есть, все я есть. Не хочу дома. Я вот не бритый, как сраный хипстер, блин. Аж противно, если честно. О, твое лицо обнаружилось. Я хочу в микрофон. Микрофон. Там, неинтересно. Вот, завтра надо побриться, потому как ужас. Бриться мне лень. Все, хватит меня снимать. Ты сам хотел. Я уже все сказал. Еще говори. Говори, да, говори. У меня уже на все, что мне нужно, это несколько слов. И место для шага вперед, а тут бордюр. Она разрешает смотреть. И даже трогать руками, и каждый готов согреть ее своим теплом. Но она не любит мужчин, она любит клубнику со льдом. Ай-ла-ла, ай-ла-ла, ай-ла-ла-ла. Потерянный рай.
и там ранетки пищат. Это мы ему Thank you.
бояться светло. И не догнать, уже не догнать. Часа назад. А где тут стоп? Уже по-другому, блин, все.